хочу еще раз показать вот альбомчик семейный. У меня его уже купили. Наверное, так, делала я его в совместном проекте с Юлией Гончаровой. И, в общем-то, наверное, года три, может быть, назад, да? 2-3 года назад, потому что я уже год не участвую точно с Юлей в проектах, хотя у нее интересные проекты, но просто не хватает времени. И вот так. Вот пришло время расставаться с этим альбомом. Он в нежных таких тонах сделан. Вот здесь вот кружево у меня. Ну, в силу моего опыта сделала, в общем, но он мне очень-очень нравится, как он получился. Сейчас я его раскрою и покажу. Еще мне очень нравится эта бумага. Здесь у меня были отдельные листы. Вот, к сожалению, я не помню, что это за коллекция. Юля делала вот из этой коллекции вот эти вот чашечки. Красивые вот эти вот листья, такие коричневые, но они не смотрятся как что-то старое, пожухлое, они смотрятся довольно-таки нежно, особенно в комплекте с коллекцией основной, которая у меня от Scrap Money, не реклама, это как есть, говорю, очень красивая коллекция, одна из коллекций свадебных. К сожалению, сейчас не скажу. Они подобные. Букет невесты. И что еще? Вот я запомнила название букет невесты. В общем, я их много раз покупала, эти коллекции. Сейчас посмотрю. Так, ну вот есть у меня несколько листочков. Вот, но тут, к сожалению, нет строки этой информационной. Это вот 20 на 20 у меня остаточки. То есть вот, посмотрите. Букет невесты еще. У них три коллекции подобных. В общем, я их всех брала по чуть-чуть. Может быть, сейчас, в принципе, найду. Вырезалочки все я вырезаю. Они двусторонние. Тут можно использовать и так, и так. Вот. Но мне очень нравятся вот здесь вот нежные цветы. И также фоны. Иногда я из фонов тоже вырезаю. И герои тут тоже очень красивые. Вот. Подсказывайте, как называется. Я просто, честно сказать, ну, точно есть, что букет невесты и еще какие-то свадебные коллекции. Из них и делала. В общем, я миксовала. Все, я беру по лист на у них, которые листы мне понравились. В общем, сюда мы всовываем фотографию. 10 на 15. И здесь у нас в рамочке «Вместе навсегда». Очень классно. Здесь мы размещаем, приклеиваем фотографии. Здесь фотографии нужно как клеивать. Можно на двухсторонний скотч, можно на клей. Какой? Титан. Ну, ПВА, наверное, поведет. Лучше, наверное, всего на двухсторонний скотч вклеивать. Здесь мы тоже размещаем большое количество фотографий. И здесь можно большего формата разместить фотографию. Вот. Дальше, с другой стороны, рамочка. Вообще, моя семья. Здесь мы тоже сверху. А, нет, мы здесь вот сюда наклеиваем фотографию. Здесь вот такая вот раскладушечка. Вот здесь вот фотографии, наверное, чуть меньшего размера. Здесь можно мелкие фотографии, например, ну, как на паспорт разместить тоже. Ну, вот такой вот элемент. И сюда раскладывается. Здесь тоже мы вклеиваем. Здесь мы вклеиваем. Здесь мы вклеиваем. Очень большое количество фотографий. Дальше. Следующая наша семья. Опять-таки, я уже подзабываю. Вот с этой стороны мы вставляем фотографию. Прорезь есть. Так, раскрываем. Здесь мы фотографию размещаем, вклеиваем, здесь вклеиваем, с обратной стороны, и здесь можно фотографии большего формата разместить. Дальше, здесь рамочка у нас чаепитие, сверху вставляется фотография в прорезь, здесь у нас завязочки. Я уже очень давно не раскрывала этот альбом, но, к сожалению, не так много времени, да. С обратной стороны вклеиваем фотографию, так, что-то, это вот сюда относится. Здесь мы вклеиваем, сюда и сюда. Очень большое количество фотографий. Альбом очень вместительный, очень красивый. Я удивлена, что его так долго у меня никто не забирал. Мне он самой очень нравится. Единственное, у меня уже, ну, много фотографий, много альбомов, которые я завела под свои семейные фотографии. Различные детские в основном, конечно, размещаю, но иногда семейные тоже. И свой альбом с моим творчеством. Так, здесь я делала тоже обрамление тканевые страничек. Вот здесь вертикально, горизонтально, вернее, расположение, да. И «Вместе счастливы». Здесь у нас сбоку вставляется фотография прорезь. С обратной стороны мы вот просто так вклеиваем тоже. Сюда вклеиваем, и здесь большего формата можно вклеить фотографию. Так, здесь у нас девушка такая красивая размещена. Фотография вставляется сбоку. Так, здесь, наверное, что у нас?
А, здесь просто кармашек. Я уже не помню просто. Сюда можно тоже разместить вот надпись. И вот так можно еще фотографии дополнительно сюда размещать. Вот, то есть просто в кармашек. Дальше еще один разворот. То есть разворотов получается 1, 2, 3, 4. Да, 8 страничек разворотов. 4 разворота. Так, здесь у нас наша история. Сюда можно подсунуть. Вот здесь отгибается. Сюда можно подсунуть фотографию и разместить. Я уже... А, тут вот есть закрывашечка. Сюда размещаем. Сюда. И здесь у нас, смотрите, элемент. Я уже даже забыла. Выдвижной элемент волшебный. То есть вот так. Юля, молодец. Так, единственное... А, здесь надо откинуть и раскрыть. Можно еще вот сюда фотографию. Сюда лучше не клеить. Здесь механизм у нас, да, получается. Вот так. И еще этот разворот. Здесь у нас вставляется в прорезь. Фотография на обратный приклеивается. Здесь, ага, мы вставляем вверх прорезь. То есть вот так фотографии получается. Так, здесь у нас... А, мы вот... Раскрываем. Здесь можно подсунуть фотографию. Здесь большую приклеить. И здесь тоже размещаем фотографии. Так, это сюда. И это вот, наверное, петелечка вот для этого. Вот такой вот фотоальбом. Сейчас я еще сделаю фамилию. Будет он фамильный. Уезжает уже к своим владельцам, к своей семье. Также еще один альбом у меня сегодня приобрели. Чуть позже я его тоже посмотрю, покажу и, в общем-то, тоже отправлю.